Nulla regula sine exceptiona. Нет правил без исключений. Сука! Ты что сделала? Убьёшь сейчас, скотина! Ты что? Ты что? Тебе прям здесь падла завалить, что ли? Посмотри, что эта тварь сделала! И что такое? Видишь? Что такое? Что такое? У шалавы своей спроси. Испанский галстук. Пилки для ногтей хотела. Горло полоснуть. Ты что, в натуре падла? Охренела совсем? Гадина! Димон, Димон, извини меня за эту дуру. Она меня уже достала своими выходками. Лежи здесь, коза! Димок, ну не обессудь. Сам знаешь, у меня девочки все нормальные. А эту тупорылую наркоманку смотрящий подогнал. Я не мог отказать, сам понимаешь. Отказать не мог? А я теперь своей жене что скажу, а? Сейчас, сейчас, я звоню Гадина смотрящему, чтоб от меня сегодня же эту тварь забрали. Свалила, падла. Борь, это ты? Борь. Показалось. Спит, наверное. По правде говоря, я не думала, что так тяжело ему будет. Сам на себя не похож. Как будто душу из него вынули. Смысл жизни потерял. Знакомые врача нам хорошего нейрохирурга нашли. Ну и он тоже сказал, что шансов уже нет. Боря до последнего надеялся. А теперь ясно, что ходить не будет. Да, Зим, да спасибо. Пока. Хорошая машина. Нормальная. Была бы моя, была бы еще лучше. А так пока по доверенности езжу. Пока с Вовой встречаемся. А поругаемся, не будет машины. А ты не ругайся. Стараюсь. Надо же как-то вертеться. На метро не наездишься. Кстати, как там у тебя дела с работой? Да никак. Та подработка, которая была в больнице. В общем, нет ее уже. Ну, а в клуб возвращаться? Меня не возьмет уже никто. Послушай, Катя, ну в Москве много клубов. Может быть, ты в какой-нибудь другой устроишься? Вот сама я устроюсь, раз умная такая. Свет, я понимаю, что тебе не терпится. Нам немного осталось заплатить. Но поверь, я и так уже голову сломала, где эти деньги взять. Ладно, поехали. Так сегодня здорово позанимался. Тренер меня от тренажеров отогнать не мог. Оля! Что случилось? Очень хорошо, что ты пришел. Мне сейчас Анна Николаевна позвонила.
Вика. Что случилось? Он умер 3 часа тому назад. Он все-таки покончил с собой. Повесился. Ты знаешь, он давно это все задумал. Поэтому он меня попросил не приходить к нему. Если Ольга будет продолжать приходить к вам, то на помощь нейрохирурга можете не рассчитывать. Вот значит как. И это ультиматум. Да. Оля, ты не виновата. Сейчас поедешь Анне Николаевне? Да. Понимаешь, в каком она сейчас состоянии? Я должна ей помочь. Спешим куда-то, доктор Озерина. Ну да. Карточки надо к обходу готовить. А, останови. Езжай. Я тебе звоню все утро. Хотел тебя на работу подвезти. Ты трубку не берешь. Да, честно говоря, не до телефона было. И так каждое утро бешеное. Ну, что я рассказываю, сам все знаешь. Да я знаю, Ир. Ты меня избегаешь, да? Ну ладно, с чего ты взял? Ну, с чего я взял? Мы с тобой не виделись ни разу. С тех пор, как я тебе предложил, сама знаешь, что... Саш. Что, Саш? Я понимаю, ты мне очень многое сделал для меня, помог. Я это правда никогда не забуду. Ну, понимаешь, давай по-честному. Давай, давай. Я вижу, что ты хочешь большего. И тебе неприятно, что это не получается. Саш, но я не хочу тебе опять делать неприятно. Поэтому я предлагаю взять паузу. Не понял. Пойдем. Эти отношения нам сейчас мешают, понимаешь? Мне, честно, не до этого. Ты, как я тебе говорила, ты хочешь большего. И потом, Саш, ну, смотри, мы с тобой работаем в одном здании. Рано или поздно поползут слухи. Оно нам надо. Подожди. Может, не стоит пороть горячку? Не надо, малыш. Когда гормоны остынут, ты поймешь, так лучше. Ладно, Саш, мне пора. Бабушка, я вас скажите, очень прошу. Сколько лет ребенку? Вы только как в прошлый раз из квартиры скажите, не уходите. А вы пробовали? Знаете, врачам тоже туда-сюда мотаться неохота. Ну хорошо, попробуйте просто. Да. До свидания. Конечно. Хорошо. Сегодня всех как расперло. Привет. Слушайте, Абдулова не видели? Нет, ее сегодня не было. Да. Да, скорая слушает. Да, конечно. Мария Николаевич, здрасте. Привет. Слушайте, а я что, сегодня опять с Кошкиным, что ли, работаю? А что, Кошкин врач, и не самый плохой, кстати. А в чем проблема? Да ни в чем. А где Абдулова-то? Абдулова здесь больше не работает. Она перевелась на другую подстанцию. Как это перевелась? А вот так. А что, разве тебе не говорили? Все, Слав, покомандовал, и хватит. Будешь теперь с врачом работать. И, кстати, тебе это для практики в интернатуре полезнее, чем пальцы перед девками молодыми гнуть. Да, хорошо. Я поняла. До свидания. Как всегда, опаздываю? Да, конечно. Чтобы через 5 минут был в машине. Я думала, минут через 10. Я думала, просто пробуйте, да, специально теперь. Да, ничего больше. Да, хорошо. Господи, нет, женщина, я же вам сказала, что скоро уже едет. Девушка, спокойнее, что случилось? Нет, да, она едет. Нет, выражали? Да, по адресу, который мы написали. Выражайте. Ну, вы просто находитесь, не ближний свет. Да, именно по тому адресу, который вы сказали, да. Тебе Валера не звонил? Не заходил, меня не спрашивал? Нет, не звонил. А что с рожей? Да ничего. Ты мне скажи, ты его вообще откуда знаешь? Кто он такой, этот Валера? Слышь, ты колись давай. Что у тебя с ним за проблемы? Да как тебе сказать? Есть кое-какие проблемки. Героин мне надо толкнуть.
Много. Помогай. Чего? Чего? Нет, дружок, это не ко мне, ты понял? Я этой штукой не балуюсь. Я жить хочу, ты понял? Понял. Блин. Блин. Паш, помоги мне, ну, пожалуйста. Я боюсь, пипец, я не знаю вообще никого, какие-то героин продавать-то буду. Меня или менты какие-то примут, или какой-то наркоман убьет меня. Блин! Блин. Слушай, Гарин, я тебе серьезно говорю. Я этой фигней не занимаюсь, и тебе не советую. Одно дело стеклом торговать ворону, а другое наркотой. Ты завязывай, пока не поздно. Там она лежит, пойдемте покажу. Вы всегда здесь собаку выгуливаете? Собаке нужен свежий воздух. Кошмар какой-то, труп в парке. Может, маньяк какой? Ну, давай. Вон она лежит. Вы сразу нас вызвали? Да, как увидел. Она живая. Слава, дуй за Сурковым, тащить сюда носилки. Ермолин, быстрей! Сейчас. А Борька, наверное, это давно задумал. Вы знаете, он примерно неделю тому назад сказал мне: ты ко мне больше не приходи. Наверное, расстраивать не хотел. Так это не по твоей просьбе? Не поняла. Боря сказал, что твой Толя ультиматум ему поставил. Или нейрохирург, и шанс вылечиться, или ты. Мы думали, что Толя по твоей просьбе это сделал. Что? Никита Павлович. Здравствуйте. Очень рад мне сказать, что вы приехали. Да, небольшая инспекция. Мы готовим квартальный отчет министерства. Нужно убедиться, что все в порядке. Вы мне извините, что я спрашиваю, а подобный визит во все больницы? Нет, не во всех. Правильно рассуждаете, Александр Петрович. У меня что-то не так. Вы только не волнуйтесь. А вы же заместители по лечебной части на днях уволили. Если что, валите все недочеты на старого зама. Да. Я его уволил-то, собственно, за недочет, Иннокентий Павлович. Вы мне скажите, это правда, что в департаменте ходят слухи, мол, меня хотят сместить отсюда? Вижу, вы в курсе уже. Я стараюсь не зря хлеб есть, пока позволяют. Иннокентий Павлович, скажите, кто? Только я ничего не говорил. Вы знаете Агеева? Начальник одного из управлений, знаю. Главе департамента Свиридову предложили место в министерстве. Дослужился? А то. И сейчас стоит вопрос, кто его заменит. Агеев землю ждет, чтобы занять это место. Ну, а я здесь при чем? Агееву нужна поддержка на местах. Поэтому он старается в больнице оставить своих людей. А со старыми главврачами прощается классически. Намекай. Но мне никто не намекал. А у вас другой случай, Александр Петрович. Все в курсе, что вас на место продвинул сам замминистра Конев. И всем ясно, что вряд ли вы уйдете сами. Поэтому решили под меня копнуть? Сами понимаете,
Нарушение можно найти у кого угодно, если есть такая цель. Я приехал не один. Это человек, я его вытеснил осторожнее. Добрый день. Добрый день. Ну, прошу вас. Спасибо. Юбку упаковывать? Белье, одежду, все собирай. Что вы делаете, не надо. Спокойно, девушка. Мы врачи. Вы в больнице, все хорошо. Дату ставить, какое число сегодня? Вы помните, что с вами случилось? Нет. Кто вы такие? Где я? Как вас зовут? Я не помню. Я не знаю. Сейчас я сделаю смыв заднего свода влагалища. Сразу в лабораторию. И пусть исследуют дополнительно на кислую фосфатазу, сделают посев. Хорошо. Не помню. Что случилось? Мне больно. Привет, Анатолий Васильевич. Изнасилование. Тупая травма живота – это по вашей части. Пустите меня, мне больно, пожалуйста. Тихо, девушка, успокойтесь. Мы вам ничего плохого не сделаем. Как вас зовут? Не помню. Живот вздут, напряжен. Внутреннее кровотечение. Подозреваете разрыв селезенки? Подкапсульная гематома в любом случае грозит разрывом гематомы и опорожнением брюшной полости. Рентген нужен? Обязательно и срочно. Ира, что мы ищем на снимке? Сейчас, секунду, мы... Ира, это же азы общей хирургии. На снимке мы ищем оттеснение газового пузыря желудка медиально, либо высокое стояние левого купола диафрагмы, либо наличие свободной жидкости между петлями кишки. Что случилось? Где я? Андрюк, ты там давай быстрее, что ли? А то на бац пора похавать. Ну, мы постараемся, командир. Да. Какой-то помятый сегодня. Не выспался? Ты знаешь, в клубе вчера потусил немножечко. Что? Андрей, с каких-то пор ты тусуешься по клубам? Так, что здесь, какой кот-то? И вообще ты очень изменился за последнее время. Если деньги появились, может, лучше их вложить куда-нибудь, чем просто спускать на ветер. Дядюх, ну я подумаю на эту тему, на досуге как-нибудь, хорошо? Чего у вас? Вообще, что ли, присесть негде? Почему? Раскладушка есть. В спальне. Ага, понятно. Ну и чего? На что жалуемся? Какие проблемы? А... Падаю я. А, падаете? Иду. Падаю. А вчера чуть руку не сломал. Упали? Да. На ровном месте? Да, на ровном. Угу. А вы случайно вчера не выпивали, нет? А по мне не видно, что ли? А что, я пенсию получил вот неделю назад. И вот угощаю. Слушайте, я вас еще вызвал. Отдайте рублей 65. А подлечиться, а? Александр Петрович, у вас огромное отставание от графика выполнения ремонтных работ терапевтического отделения. А деньги вам были выделены еще полгода назад. И немалые деньги. 10 миллионов рублей. Дело в том, что эти деньги по бухгалтерии прошли 4 месяца назад. А фактически ремонт мы начали 2 месяца назад. Я же должен был конкурс провести еще. А по бумагам у вас отставание на месяц. Вы знаете, у нас сейчас с этим строго.
А вы ведь должны были отремонтировать не только все отделение, но и заменить коммуникации. Мы работаем. Плохо работать, Александр Петрович, очень плохо. Кстати, за подобное нарушение месяц назад в Свиблова сняли занимаемой должности главврача. Свалил, урод! Еще подрезает. Слав, чего притих? По девчонке скучаешь? Что? Жаль, говорю, что Лена ушла. Веселая была. Да, веселая. На что жалуемся, бабуль? Да на все. Жизни никакой нет. Забыли все про нас. Ни родным мы не нужны, ни государству. Ну, а медицинские жалобы какие? Давление у меня, доктор. Возьмите. Доктор, а помогите мне суп сварить, а? Или вы? Суп? Давление проклятое меня замучило. На ногах не могу стоять. А поесть надо. А хотите, я вас тоже угощу? Я помогу вам. Помогите, доктор. Доктор я, а он фельдшер. Давайте-ка я ваше давление померю. Анатолий Васильевич, посмотрите. Инородное тело в прямой кишке, крупное. Будем извлекать, надеюсь, без особых повреждений. На стенд. Бедная девка, досталась же ей, а? У нее вроде бы память отшибла. Амнезия. Это ж надо, как над ней издевались, что у нее память отшибла. Твари. Давайте упакуем и отдадим в полицию. Хорошо. Продолжаем. Лапароскопию. И разделайте небольшой надрез чуть выше пупка. Стоп, 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 стоп. Ира, мы не в мясной лавке. Вы что творите? Отдайте вес. Проблема? Да, фигня. Масло, кажется, подтекает. А ты чего не перед ящиком сидишь, пока время свободное есть? Да толку-то? Сядешь, снова вызовут куда-нибудь. Тоже правильно. Что-то у нас, Катюш, какая-то загружена сегодня. Все нормально? Деньги нужны. Думаю, где взять. И что, много денег? Много. И срочно. Думала к Шарику подойти, чтобы поставил мне на дополнительное дежурство. А народ говорит, и так все занято. Без меня желающих полно. Это да. Mm-hmm. Слушай, Кать, а ты не хотела по-другому подработать? Это как еще? Сборка фурнитуры на дому? Не совсем. Ты про такси на скорой слышала? Ну, конечно. Все слышали. Но я думаю, это все сплетни. Не совсем. У нас на станции этим Шарик рулит. В некоторых бригадах ему помогают. Я, например. Ты? Да ну нафиг. Врешь. Нет, не вру. Просто молчу. Я 4 месяца назад Андрею предложил в этом поучаствовать. Но он так отнесся к этому, мол, вешать таких тварей надо.
Да, Андрей у нас честный. Только вот деньги откуда непонятно. А я тебе зачем? Что за щедрость такая? Тут же надо делиться. Я правильно понимаю? А я не жадный. А если серьезно? Понимаешь, Кать, тут тема такая. Вдруг меня менты остановят, а я Леву посажу везу с мигалками. Проблемы у меня будут большие. А если рядом со мной врач или фельдшер, то это больше на правду похоже. Понимаешь? Понимаю. Я еще не могу разговаривать, мам. Мам, я занят, потому что. Не заходил, потому что времени не было, учился. Мам, я не могу разговаривать, ты понимаешь? Мама, все. Все, пока. Достали. Как же вы меня все достали? Пошли вы! Да пошли вы все! О! А что у нас? В хирургии выходной сегодня? Да нет, просто в магазин решила сбегать, пока обед, заодно развеется. А? Операция была, это просто дикость какая-то. До сих пор в глазах стоит. Ну то, что тебя Сергеев допускает до операции уже, прорыв, согласись. Что за операция, рассказать не хочешь? Саш, если мы будем друг с другом всем подряд делиться, это будет немножко странный разрыв отношений. Тебе не кажется? Ну, это ты решила, не я. Давай не будем, а? Хорошо, давай не будем. Друзьями-то мы можем быть? Может быть и можем, но я пока себе это слабо представляю. А вот хорошими коллегами мы можем остаться. Извини, надо бежать. Ну что, все ровно? Да поровнее видали. Слушай, Витек, я тебе что хотел сказать. Гастарбайтеры твои где? Так ты же вроде сам сказал, типа, пошли они. Ну, сказал, передумал. Значит, звони им. Мне нужен ремонт срочно. Добро. Понял? Да, добро. Давай. Вызовы оформи как следует. Угу. Да. Олег Николаевич, можно? Подожди. И статистику по дежурству в конце смены подбей нормально, а не как в прошлый раз. Поняла? Конечно, Валерий Николаевич. Конечно. Иди. Чего тебе, Слав? Валерий Николаевич, помните, я вам говорил, что у меня с сегодняшнего дня начинаются лекции в интернатуре? Здрасте. Как это с сегодняшнего? Ну и чего теперь? Можно мне уйти? Я договорился с Шестаковой, она подменит меня до конца смены. Ну, если договорился, то нет проблем, иди грызи. Что? Гранит науки, говорю, иди грызи. А. Но в следующий раз очень тебя прошу, пожалуйста, предупреждай заранее, хорошо? Да, конечно. Кстати, у тебя все нормально? Чего-то ты серый какой-то. Все нормально, я просто не выспался. Спасибо, до свидания. Давай. Что ты здесь делаешь? Как же ты мог, Толя? Как же ты мог? Ты о чем? У человека произошла трагедия, а ты врач. И ты опустился до низкого шантажа. Оля. Я тебе помогу, если ты скажешь Ольге, чтобы она больше никогда ко мне не приходила. Как же это мерзко, Толя, а? Как же ты мог? Зачем ты? Зачем? Зачем ты? Что? Ты приревновал к беспомощному инвалиду, а теперь он умер. Ты доволен? Теперь больше некому ревновать. Скажите, как она? Вы, главное, не переживайте. Сейчас все уже позади.
Мы ее перевели в палату, так что она отдыхает после операции. Вы присаживайтесь. Может, пустите меня к ней? Я ведь муж. Нет, мне сейчас нельзя. Как вы говорите, ее зовут? Анжела. Анжела Столешникова. Ну что ж, мне для вас не очень приятная новость. У вашей дочери амнезия. Что? Потеря памяти. Она не помнит ни кто она, ни что с ней произошло. А почему? Ну, такое может быть последствия травмы. Может быть, просто защитная реакция организма на то, что произошло. Но вы не переживайте. Как только она окрепнет после операции, ей сразу же займутся наши специалисты. Говорила же я, что не надо. Анжела нервная всегда была. Как только дома поссорится со мной или с Гошей, сразу становилась неуправляемой. Могла просто хлопнуть дверью ночью и просто уйти. Скажите, а вчера тоже такое было, да? Да я ее стал отговаривать, а она давай орать. Я не пленница, я у себя дома и делаю все, что хочу. Ну, Анжела иногда так выскакивала. Возьмет сигарет, покурит, полчаса походит и возвращается домой. Говорит, нервы ей так успокоить надо. Да успокаивалась. Зыков, ты что, совсем страх потерял? Ты какого хрена треплешься на каждом углу о нашем небольшом бизнесе? Да я не... Ладно, расслабься. Памперс поменяй, расслабься, все нормально, даже хорошо. А то ездишь один с документами и пассажирами, а это рискованно. Вот я так подумал, Валерий Николаевич, вдвоем-то оно натурально будет выглядеть. Мало ли, другая штука станет. Ну да, все правильно. Но чтобы больше никому, мне проблемы не нужны. Тебе ясно, Зайкина? Да, конечно, я все понимаю. Что такое? Что случилось? Чего он хотел? Да я попросила его дать мне сутки через сутки поработать, чтобы денег больше получить. А он отказался. Да ладно, Катюх, отдыхать тоже надо. Не до отдыха, когда деньги нужны, но тебе не понять. Что это с ней? Весеннее обострение. А ты стрит-рейсер, да? Допустим. Круто. Я месяц назад тебя видела на гонках на Богородском шоссе. Ну и чё? А расскажи, как ты попал в гонщики? Не до этого. Пока. Козёл. Валерий, я тебе отвечаю. Я не знаю, где он. Он в универе вчера не был? Сегодня тоже не было. Но он либо в больнице тусит, либо у предков, либо у себя на съемной.
случилось? Мам! Мам! Все хорошо, сын. Просто устала немножко. Вот и все. Просто устала. Ни хрена же я это сделал. Дебил. Какой же я дебил. Оксану нашли? Пока нет, Павел Евгеньевич. Заныкалась куда-то. Заныкалась, значит. Алло, да, я слушаю. Добрый день, Андрей. Не разбудил? Да нет, в принципе, я вот собирался отоспаться после дежурства. О, кстати, о работе. Ты над моим предложением подумал? Времени же достаточно было. В смысле, вы по поводу того, чтобы уйти со скорой? Павел Евгеньевич, поймите, какая штука? Вы действительно многое для меня делаете, и я вам благодарен за это. Но, сами понимаете, я в скорую пришел работать не ради денег. Я действительно люблю свою работу и не хотел бы... Ну, я ж тебя не зазывал и в кабаре зову. Так и будешь врачом? Ну, наверное, все-таки нет. Извините. Ну, а в общем, как дела? Все отлично. Все хорошо. А что-то случилось? Это вежливость. До связи. Нехорошая привычка иметь свое мнение. Борзеет доктор? Не хочет он, шавка. Должен хотеть, что я говорю. Точно. Павел Евгеньевич, а что, если Оксана у лекаря нашего? Один раз она ведь у него уже пряталась. Ну так отправь двоих, пусть посмотрят. Угу. Это был Бурый, да? Да. Чего опять стряслось, Оксана? Ничего. Я ушла от него. Андрей, что мне делать? Помоги. Оксана, ну вот ты странный человек, понимаешь? Так тоже нельзя. Понимаешь, приходить домой к людям по утрам и просить помощи, это как-то моветон. Чего? Да ничего, неважно, проехали. Почему он тебя ищет? Потому что я ушла от него. Андрей, я прошу тебя, ты можешь пойти и сдать его, чтобы его посадили? Оксан, а? Ты в своем уме? Ты понимаешь, что ты говоришь? Но он же убьет меня. Он сдал меня в притон. Я даже вспоминать об этом не могу. А теперь я оттуда убежала. И он точно найдет меня и убьет. Просто решит избавиться от меня. Ты понимаешь? Не понимаю. Вот правда не понимаю. У тебя Бурый то хороший, то плохой. Ты сама как-то определись уже, пожалуйста. Андрей, ты чего? Да ничего, ну... Я тоже не самоубийца. Ай. В конце концов, если он такой плохой, если ты боишься за себя, иди заяви на него. То есть ты не будешь мне помогать? Послушай, я и так достаточно тебе помог. Разве не так? Значит, зря пришла. Извини.
Здравствуйте. Здравствуй, Никита Павлович. Ну, как у вас дела? Ничего, пришлось попотеть. Проявил все свои организаторские способности, честное слово. Вы объяснительную написали? Да, все, как вы велели. Все отставания свалил на зама. Попросил дать время исправить все его недочеты в кратчайшие сроки. Кстати, ремонт в больнице уже начался, я распорядился. Это хорошо. Думаю, в этот раз все обойдется. Потому что финансовой частью занимается другое управление. А у Агеева там подвязок пока нет. А чего мне ждать? Ну, скорее всего, вам влепят предписание. Но это не строгий выговор, который увольнением грозит. Так что это ерунда. Спасибо вам, Иннокентий Павлович. Как договаривались, все... Приятно с вами работать, Александр Петрович. Стараемся. Только учтите, я советую вам на время стать идеальным руководителем. Агеев будет в ярости и наверняка перейдет к более радикальным методам. Например, каким? Вплоть до подставы. Так что вам надо как следует подумать, как усидеть в кресле. В борьбе за власть все методы хороши. Вам ли не знать? Да, мы на рейс опаздываем. До Домодедово все стоит. Диагноз понятен. Торчим до 30 минут. Давай. Да. Леш, после вас. Отвезти, да, оставить там, а? Нет. Нельзя. Нельзя ее трогать, ты понял? Че ты? Андреюш, работенка для тебя есть. По специальности. Сережа сейчас заберет. Меня, кстати, Артур зовут, как короля. А меня Катя, как императрица. Точно, Катерина, класс. Катя, а если я не ошибаюсь, у нас здесь суточное дежурство, да? Ну да. Да. А вы с какой целью интересуетесь? Да нет, я просто... Потом вы, наверное, сутками отдыхаете, да? Тут такое дело, я через 3 дня обратно возвращаюсь в Москву. Но очень бы хотелось вам позвонить. Если вы, конечно, не будете против. Артур, да ладно тебе, не смущай бедного доктора. Да не вопрос. Номер записывайте. Привет, Слав. Не пригласишь?
Белочка, что ли? Называй меня как хочешь. Ты как здесь? Я пыталась тебя выбросить из головы. Даже на другую станцию перевелась. Но у меня ничего не вышло. Валер, погоди, я отдам бабки. Ну что, братец, поехали прокатимся? Алло. Да, алло. Привет, пап. Привет. Не разбудила. Лиша? Не спишь? Ты что так поздно? Случилось что-то, Ир? Да нет, ничего. Я просто на твой номер наткнулась. Поняла, что мы как-то давно не разговаривали. Ну да. Вот и хотела узнать, как ты, пап. Ириш, с тобой все в порядке? Да, в полном порядке. Все хорошо, правда. А я тут работу поменяла. В личной жизни кое-что поменяла. Но сейчас что-то как-то поняла, что поговорить не с кем одна. Да, Ир, да ты что? Мы же у тебя есть мать, Антон есть. Ты что, Ир? Да я знаю, пап, я знаю, правда. Ну, ты меня еще раз извини, что разбудила. У меня все хорошо. Правда, папуль, все, целую. Пока, давай, пока. Ир, подожди, Ир. Yeah.